Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, как сделать самодельную петличку. Будем мы с ней записывать звук, как раз сейчас это и делается. Здесь она тут. А в кармане у меня спрятана вот такая вот штука, о сборке которой как раз и будет дальнейшее видео. Понадобится усилитель с AliExpress, контроллер заряда, вот такой маленький включатель, аккумулятор на 3,7 вольт емкостью 195 мА и, конечно же, паяльник с заведомо зауженным жалом. Зажимаем третью руку усилитель и припаиваем провода питания. Теперь припаяем кнопку включения и к второму ее контакту еще один проводок. После этого зажимаем плату заряда, к ней нужно припаять выводы аккумулятора. К контакту B+, плюсовой провод, и к B- минусовой, соответственно. К выходу с платы заряда припаиваем включатель и другой вывод к усилителю. Усилитель работает, об этом сигнализирует светодиод. Теперь всю эту конструкцию необходимо поместить в маленький корпус. Примеряем компоненты и смотрим, хватит ли нам места. Также необходимы штекера 3,5 мм. Они будут соединять усилитель с петличным микрофоном и записывающим устройством. Примеряем их на корпус и затем просверливаем под них отверстия. Вот так я их установил в корпус, немного сместив в край, чтобы осталось место для заряда. Включатели я решил сменить на более компактный. Минусовой провод и гнезд 3,5 мм я соединил вместе. А второй их вывод будет соединяться с микрофоном и выходом звука на усилитель соответственно. Левый выход идет на подключение микрофона, провод включателя припаиваем к минусу выхода схемы заряда, плюсовой провод усилителя припаиваем к out плюс на плате заряда. Вот я уже припаял сам аккумулятор, тут все просто, красный провод паяем к плюсу, черный к минусу. Включатель работает, усилитель сигнализирует об этом лампочкой. Ее, к слову, надо вывести наружу. Все компоненты я плотно уместил в корпусе, и в итоге получился такой коробок. А это тот самый светодиод. В крышке просверлил отверстие под него и залил термоклеем. Паяльником подписал, где вход для микрофона, а где выход к записывающему устройству. Коряво, ну да ладно. У включателя написал on и off, чтобы не путаться при включении. А гнездо для зарядки расположил рядом с гнездами 3,5 мм. Полностью заплавил при помощи паяльника все швы. Вышло, ну, очень красиво. Поэтому можно, если что, зашлифовать. Ну а для полной работы устройства я спаял микрофон с штекером 3,5 мм. Получилось примерно так, даже нашлась клипса от наушников. А вот это штекер для подключения к телефону. Вывод с четырьмя контактами подсоединяется к телефону, а вывод с тремя контактами – гнездо с надписью OUT, то есть выход усиленного звука после усилителя. На этом у меня все. Кому понравилась данная самоделка, ставьте лайк и порадуйте меня подпиской. Пока.